Всем привет. Всем привет. Я хотел сегодня попробовать один миф, который увидел в интернете. Как с помощью Кока-Колы можно восстановить ржавые поверхности. Бутылка Кока-Колы обычная, решетка радиатора автомобиля Жигули, которая не отмывалась. Не отмывалась, так коррозия была, покрыта коррозией. Вот попробуем сейчас Кока-Колой удалить коррозию с этой решетки. Мы промачиваем ржавые места и попробуем ее удалить. Паузу нажимаем. Вот после промачивания Кока-Колы проявились ржавые места. Вот они, ржавые места, которые должна разъесть ортофосфорная кислота, которая содержится в Кока-Коле. Посмотрим, отмокает у нас немножечко это дело, и потом попробуем ее оттереть. Отмокшие места мы стираем губкой. Губка с небольшим нанесением абразива. Вот она, коррозия у нас в принципе удаляется. Вот остаются очень маленькие точки. Точки, но уже без коррозии. Ну вот, в результате нашего труда всю ржавчину мы удалили. Остались только точки, где была повреждена хромировка и коррозия появлялась на них. Но решетка стала у нас блестящая и девственно чистая. То есть Кока-Кола удаляет за счет ортофосфорной кислоты, удаляет коррозию с хромированных, с металлических поверхностей. Можно применять для удаления ржавчины. Спасибо за внимание.